Назначен новый исполняющий обязанности гендиректора ОАО «Совхоз Тепличный». Им стал Иван Томаш, основатель сельскохозяйственного комплекса «Решма» в Кинешемском районе. Приняв на себя полномочия, новый гендиректор обещал приложить все усилия к сохранению двух производственных участков и скорейшей ликвидации долгов перед «Межрегионгаз». Первым своим шагом Томаш считает выступление в арбитражном суде. 19 ноября состоится заседание по вопросу назначения на Тепличном процедуры наблюдения, стадии, предшествующей банкротству. Иван Томаш – коренной москвич, с 2005 года развивающий в регионе свое производство. В первом полугодии 2013 года комплекс «Решма» произвел 58% от всего молока, выработанного на сельскохозяйственных предприятиях Кинешемского района. Теперь Иван Томаш решил помочь встать на ноги Тепличному.